арабского искусства Ильхам Шакиров. Наша гордость. Это финалистка телевизионного проекта «Голос», которая завоевала признание и любовь многомиллионной аудитории зрителей. Дорогие друзья, для вас поет заслуженная артистка Республики Татарстан Эльмира Калимуллина. Дорогие друзья, совсем скоро в Казань на Всемирную универсиаду, праздник молодежи, соберутся спортсмены, туристы, гости со всего мира. Кадерле дослар, индешинан да белгенегеше, ишеткенегеше, пизден Казан урамнарында универсиада байрагы жилтерден. Ихлас елмайлары жәйнең рәхимле кояшына кушылып барлык дөньяга таралар. И тот мост дружбы, что царит сегодня над Россией, волшебное семицветие отразится в Волжских водах, выльется бурным радужным потоком на широкие казанские проспекты, озарит улыбкою лица горожан. Руководитель, заслуженный артист Республики Татарстан Чулпан Закирова. Аплодисменты. Дорогие друзья, в честь моста дружбы Москва, Казань, Уфа, цветы от президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Мейхитанова. Кадерле дослар, мухтарам кунакларыбыз, ял итер вакыт килеп җитте. Әзрәк сөйләшеп, гапләшеп алыгыз. Итак, дорогие друзья, мы объявляем перерыв на 30 минут. Затем вновь встретимся и посидим. Спасибо. Тенефис. Как понравилось? А что особенно понравилось? Находите. Понравилось. Здесь трудно сказать, что не понравилось. Тут показали вот это последнее Самарканд.
Регистан-плац. Это Регистан-Маркант. А я думала, это арабское что-то. Нет, это Самарканд. Там три мечети большие, вот там показали они. И сейчас огромным удовольствием эту сцену мы пригласим своих московских коллег. Это телеведущие разных федеральных каналов. Я думаю, вы сейчас бурными аплодисментами их встретите. Итак, встречайте. Фарида Курбангалиева, Лилия Гильдеева, Максим Шарафутдинов, Марат Сетиков и, наконец, Дмитрий Нестеров. Коллеги, вам слово. Приезжайте, дорогие москвичи, болейте за Россию!